здоровы для полиции. Да, 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 да. У нас это все пол, все гости так угостили. Да. Вас свободны, Ива. Да, там софиты не нас Юра Михайлович, там фотку. Куда стать-то? А когда в храм зайдем, там вот в центре молитвы, ну, короче, сразу с Богом. Андрей, Иисус, живой, живой, живой.
Возрадуемся и
преподобных ему. Боже, наш слава.
победоносче Георгие, моли Бога у нас. Называйте свои имена, как вас зовут здесь, и
молящихся с кем монахини Николаю, монахинью Иосафу, Дмитрию, Алексею, Елену, Евгению, Анастасии, Андрею, Святослава, Василия, Наталья, Станислава, Фатине, Анатолия и рабу Божия, победи Господи всех завещавших молитесь о них и всех ожидающих от Тебе великие и богатые. Святаго Твоего Духа, действительно в душах и в сердцах наших, да не коли же о своих сил, но всегда о Твоем благоугодии, искреннего спасения, пользы, попечения творить и почимся, молимся благодателю, милостивый услыши и милостивно помилуй. Нашему, а ежеблагополучно, беспрепятственно и скоро устроитесь и благоукраситесь, и благоустроитесь на месте сем храму святого праведного Иоанна Кронштадтского. Еще молимся за всю братью и за вся христианы. Человек любит Бог, и сей тебе слава славим. Отцу и Сына и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. И мудрость Пресвятая Богородице, спаси сразу легко доступна. Она всегда должна быть
ожидаемо. Всегда святыню нужно искать и ожидать. И вот сегодняшний божественная служба, она, мы ее воспринимаем прежде всего как Божье благословение и не иначе, как пришествие и святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, храм, который носит его имя. С момента грехопадения, конечно, род человеческий, как частички одного целого, разлетелись по всему белому свету, как в свое время и в сказке Андерсена «Снежная королева» тоже что-то вроде того говорилось. Вот знаете, и только Духом Божиим эти осколочки, эти частички, которые можно звать души человеческие, возможно собрать воедино. Вот этот крестный ход, я так полагаю, носит прежде всего цель собрать вот эти вот осколочки, отколовшиеся от одного целого, вот, и живущие как-то индивидуально, соединить одним духом. И, конечно, мы принимаем это богослужение сегодняшнее, пришествие крестного хода к нам, в Волгоград, в этот храм. Мы воспринимаем не иначе, как особый промысел, особую заботу Божью, именно направлен на то, чтобы соединить, как бы вот звенышки соединить в одну цепочку. Часто бывает так, что мы как-то отделяемся друг от друга, как-то где-то даже кто-то свою цель, свою выгоду преследует. Но даже вот эту проповедь говорю и вспоминаю слова апостола Павла, который говорит следующие слова, что «не хочу в премудрости и в велеречии слова говорить вам, чтобы не упразднить креста Христова». И вот, конечно же, это шествие мы воспринимаем как вот соединение звенышек одной цепи, братьев и сестер, одной церкви Божией, одной церкви Христовой. Но этот год мы с вами также знаем, год 25-летия прославления великих святых, великого русского святого, святого праведного Иоанна Кронштадтского. И первоначально, изначально, главное, наверное, все-таки цель и шествие этого хода, именно вот посвященное этому событию, этой дате. А также, конечно же, мы с вами говорим и о Великой Победе, 70-летие которой мы с вами празднуем в этом году. Также это шествие посвящено этому дню. А также мы с вами знаем, что и к России вернулся Крымский полуостров. И именно вот этот итог, конечная цель этого шествия, этого крестного хода, конечно, является Крымский полуостров, где будет совершена закладка двух часовен, которые будут носить имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. А еще мы с вами знаем, что по всему миру существует Иоаннова семья. Приходы по всему миру, сейчас приближается число, я боюсь соврать, но примерно где-то 300 приходов уже приближается к этой цифре. По всему миру, и в Перу есть, и в Америке есть, в Германии есть, в России есть, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И вот эта семья через закладку этих вот часовен, она увеличивается, расширяется. И в июне, день прославления Великих Святых, будут проходить особые торжества, посвященные этому событию, которые начнутся в Кронштадте и будут также на родине Иоанна Кронштадтского совершаться и в Архангельске. То есть действительно это масштабное мероприятие. И как отрадно, и как радостно, что это событие, этот праздник не прошел мимо нас с вами, мимо нашего города, мимо нашего храма. Сейчас, я полагаю, так мы все с вами приложимся к этим святым образам. А мы перед собой здесь их видим. Видим образ Божией Матери Поневская. В свое время, это тоже ведь такой остров в Ладожском, на Ладожском озере, где в свое время подвязался великий святой русский, и ему была подарена икона, написанная на Святой горе Афон. Конечно, исторические
перед Ряги, мы с вами тоже помним, так поставили положение дел, что сам образ Божией Матери находится сейчас на территории Финляндии, а этот список, этот образ с чудотворного образа находится в самом, как я полагаю, понимаю, именно на этом острове, да, в монастыре Рождества Богородицы. Да. Так что мы, когда будем подходить к этим образам, как Евангелие, честь Божией Матери, мы читаем и слышим, что сама Матерь Божия посетила нас. Но Евангелие мы сегодня читали Иоанну Кронштадтскому, этот год, год его прославления, поэтому ему Евангелие мы читали. Но подходя, мы будем понимать, что в образе Божией Матери явилась и сама Пресвятая Богородица. В образе Георгия Победоносца именно в этот мужской монастырь, правильно, шествует, да, Георгия Победоносца, да, шествует этот образ, как он здесь сам живой, здесь присутствующий, также будем к нему обращаться. Ну и, конечно, наш любимый, дорогой батюшка Иоанн Кронштадтский здесь с нами сегодня будет находиться. Наша Августовская икона Божией Матери, здесь у нас и казачество в нашем храме, тоже одно из родений нашего храма, это возрождение казачества при храме Святого Правильного Иоанна Кронштадтского. Здесь у нас есть станица Благовещенская донских казаков, Кубанская казачья ассоциация, все они здесь присутствуют также. Поэтому этот образ нам, конечно, очень близок. А об этом образе я кого-то вот все-таки из батюшек попрошу сказать лучше меня, Божией Матери. Образ Божией Матери Каспия Благовещения написан с той иконой, которая явилась в Афине Николае, когда она еще была миром. Да, это икона с обложки Евангелия военного, который был на контакт. И вот чудным образом этот образ явился и был. В 95-м году. И с тех пор этот образ находился в читании, потом нашим старцем Сиярхи Великой Мире было благословение написать его икону. Сам образ небольшой, ну, где-то может быть 9-6 сантиметров. Вот. Но с него написали такую икону. Это первая писанная икона с образа. Вот. И поэтому она наиболее почитаема. Если посмотреть, она уже несколько раз мироточила. И вот сегодня, день прибытия крестового хода, было замечено мироточение. Если сейчас приглядеться, то можно увидеть на этом уровне. Мы считаем, что этот образ будет прославлен как наш Таризинский, ну, Сталинградский, Волгоградский образ Божьей Матери со временем. Вот. И будет защищать наш город и нашу Родину от нападения вражек. Если мы все будем усердно молиться Божьей Матери, то она нам поможет и заступится за нас, как во все времена, нашествие на племенников. Ну, думаю, до этого не дойдет. Но вот сейчас она вступает в крестный ход, вместе идет в Крым, для того, чтобы защитить нашу землю украинскую от посягательств других людей. Поэтому имеет она силу, и дай Бог, чтобы Божья Матерь нам помогла в этом и крестном ходе, и в дальнейшем в нашей жизни, в нашем городе. Будем молиться к ней, как ко всем другим иконам Божьей Матери. Благодарю, отец Виктор, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, Котельникова. И благодарю отца Сергия, настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского.
Ну, а всех вас еще раз благодарю за совместную молитву. Надеюсь, что маленькая частичка нас, нашего храма, пойдет дальше в другие храмы Святого Праведного Кронштадтского. Ну, и чем-то, наверное, все-таки послужит, поможет, поучаствует. Христос воскресе! Да, конечно. Сейчас хотелось бы и слово дать председателю фонда, великого пастыря нашего Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Дмитрию Анатольевичу Кровенко. Вот. Подойдите, пусть на вас люди посмотрят. Мы с вами, наверное, больше всех вас замучили телефонными звонками. Нет. К сожалению, дорога не выдалась. Сколько мы вам звонили, даже ничего больше не звонили. Мы очень благодарны за терпение. Вам огромное спасибо. Ну, дорогу не предугадаешь, 1850 верст мы прошли к вам, значит, очень рады, что добрались, значит, благодарим вас за теплый, душевный прием. Ну, а вот по поводу самого крестного хода, он действительно, вот это 50-летие празднования Иоанна Кронштадтского, великих святых, прославления Иоанна Кронштадтского, нашего дорогого батюшки, фактически это мероприятие, предшествующее празднованию этой годовщины в июне месяце. И ход этот идет по благословению Киви Суры с родины Иоанна Кронштадтского. Фактически у нас неразрывная связь, и активно идут работы по восстановлению монастыря, значит, и активно идет работа, встреча всех, кто пожелает прибыть на эти празднования. Значит, милости просим. Значит, информацию можно взять на сайте правприход.ру Яновской семьи. У вас, ну, в общем, она достаточно доступна, поэтому всем места хватит. Значит, там. Хотя, конечно, добираться туда непросто. И чтобы понять, что здесь и вы живете в раю, и мы в Санкт-Петербурге живем в раю, нужно проехаться от Архангельска до Суры хотя бы на автомобиль. Тогда становится понятно, что, в общем, роптать за те условные сложности, которые нас здесь сейчас жизни, не стоит. Безусловно, так получается символично, что 25-летие празднования совпадает с 70-летием победы. И годовщиной празднования фактически воссоединения Крыма с Россией. Значит, ну, можно сказать, 23 года очень тяжелого пребывания в общем-то, в чужеродной системе. Значит, не говоря о народе, потому что народ украинский, российский, русский народ – это один народ, белорусский народ, их нельзя делить. Но та система, которая была до этого и особенно усугубилась, конечно, достаточно сложная была ситуация для существования для людей. И сейчас вот этот ход, он прежде всего направлен для того, чтобы поддержать крымчан, значит, показать им, как можно и нужно жить, значит, на основе православных принципов, значит, открыть им возможности общения с нашим совсем православным сообществом, с нами, с Иоанновской семьей, с другими православными людьми, как в России, так и, в общем-то, в 20, более чем в 20 странах мира, которые объединяют Иоанновскую семью. И примечательно, что с нами едет вот такой иконостас. И вот Каневская Божья Матерь, да, явилась в 16 веке в России. И фактически Арсений Каневецкий, он один из столпов нашего русского православия, хранителей России, которые постоянно ее попекают. Значит, августовская Божья Матерь. Первая мировая война, сложная ситуация на фронтах, город Августов. Наши войска окружены и разрознены. Соотношение 1:8 немцев. Наши солдаты молятся, является Божья Матерь в небе, указывает путь, где должны собраться. Наши войска собираются из разных точек этих лесов,
под Мариамполем и наносит первый сокрушительный удар немцам, находясь в меньшинстве, фактически нанося перерыв в Первой мировой войне. Каспировская царицынская, которая явилась вот в наше время и фактически в непростых, такой у нее был непростой путь, но тем не менее она сегодня с нами, уже мироточит, уже показывает свою милость нам и фактически уже сегодня защищает Россию опять-таки в непростые времена, опять в военные времена. Георгий Победоносец, значит, который написан специально для Свято-Георгиевского женского петербургского монастыря близ Керчи, существовавшийся как в древнем пещерном монастыре еще со времен княгини Ольги, вот с тех самых времен. И опять-таки эта икона, она тоже, хоть она и написана, мы считаем, что она явилась в достаточно непростой ситуации, когда некоторые экстремисты, поддерживаемые там турецкими радикальными группами, значит, пытались стравить русский и татарский народ, значит, и буквально отрезать кусок холма, на котором являлся Георгий Победоносец, на камне. Значит, это явление на протяжении веков было зафиксировано. Значит, вот татарское кладбище. И вот пока решался этот конфликт с участием наших силовых структур, с участием и православного, и татарского сообщества, чтобы все дело урегулировать, когда он был урегулирован и приведен к миру и согласию, иконописица поставила последнюю точку на списке этой иконы, и та же самая иконописица, которая писала вашу Касперовскую, Царицынскую, Волгоградскую икону. Тоже примечательно. Поэтому ну, уж батюшка Иоанн Кронштадтский здесь слова излишни, я с него начал. Поэтому мы здесь, конечно же, не случайно. Мы очень вам благодарны, всегда рассчитываем на вашу поддержку и хотим, чтобы вы знали, что мы тоже всегда во всех времена вас поддерживаем, любим всем нашим и питерским сообществом, и сообществом Иоанновской семьи. Спасибо. Скажите, пожалуйста, по завтрашнему дню, насколько убывают? Ну, мы планируем встать в 6, значит, в 6.30 мы планируем отбыть чаепитие, да, и молебен путешествия, и отбытие на переправу. Спасибо, Господи, конечно, для нашего храма, который еще в стадии завершения строительства, это посещение как особое благословение. Дай Бог, чтобы вскоре, благополучно, беспрепятственно, во славу Божию, закончится строительство, устроится, благоукраситься для спасения людей. Спасибо, Господи. Ну, а сейчас я предлагаю, вот будем подходить так вот, с той стороны, потихонечку, заранее молиться, то есть не будем прикладываться к каждому комнату и спрашивая. Thank you.
Христос воскресе! Данный крестный ход, он идет в преддверии празднования 25-летней годовщины со дня прославления великого батюшки Иоанна Кронштадтского в лике святых. И, безусловно, важнейший праздник нашей России, славянского народа, Европы, да, наверное, всего мира, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И с нами, как вы видите, прибыла икона святого великомученика Георгия Победоносца, которая следует у нас из Санкт-Петербурга. Она следует в Крым. Тоже примечательно, что год, как Крым воссоединился с Россией, вернулся на родину. И следует она в Свято-Георгиевский женский Катерлецкий монастырь близ Керчи. Для того, чтобы стать на защиту всего монастыря и города-героя Керчи, покровителем которого является Георгий Победоносец. Примечательно, что Георгий Победоносец следует из одного города-героя Ленинграда через город-героя Сталинград в город-герой Керчь. Мы полагаем, что он сам выбрал этот путь, а мы, как инструмент в руках Всевышнего, следуем этому пути вместе с ним, с батюшкой Иоанном Кронштадтским и с военной иконой августовской Божией Матери, тоже, которую мы получили для путешествия нашего, значит, из храма августовской Божией Матери под Санкт-Петербургом. И опять-таки примечательно, что эта икона в экземплярах нескольких сотен, значит, освященных образов была привезена на референдум в Крым в прошлом году и таким образом обеспечила защиту людей, населения. Как известно, не произошло ни одного выстрела, какого-то конфликта, инцидента. Все произошло мирно, гладко и празднично в эти дни. И мы полагаем, что здесь немалая защита Матери Божией, которая накрыла своей покровой Крым, крымский народ, да и Россию в целом. Значит, ну и безусловно, конечно, батюшка Иоанн Кронштадтский, который, как мы думаем и уверены, что любит ваш город, любит всех православных христиан, которые здесь сегодня собрались и молятся, значит, и оказывает поддержку и нам во многих наших делах, как и хозяйственных, так и духовных, там, и иных. И следует опять-таки в поддержку крымского населения в праздновании Великой Победы. 6 мая мы все празднуем День Георгия Победоносца. Значит, и вот в эти дни в программе нашего крестного хода в городе Героя Керчи будет заложена часовня на горе Митридат, посвященная Рождеству Христову, Георгию Победоносцу и Иоанну Кронштадтскому. Также на Крымском полуострове будут заложены две часовни Иоанна Кронштадтского в Свято-Георгиевском Катерлецком монастыре и в храме, рядом с храмом Божией Матери Скоропослушницы в селе Масовое, это Восточный Крым, Керченский полуостров, для того, чтобы поставить дополнительную небесную защиту, небесные столбы с покровительством батюшки Иоанна Кронштадтского над этой нашей святой многострадальной землей. Вкратце. Ну, безусловно, город Волгоград – это великий город с точки зрения мужества, явленного здесь во время Великой Отечественной войны. Это образец духовности, поскольку мы многих знаем людей и священство, которое
каждый день выполняет свой незримый, но важный труд по духовному становлению людей и народа. И вот тот радушный и долготерпеливый прием, который сегодня оказали нам волгоградцы, он, конечно, все это подтверждает. Во-первых, мужественность ждать несколько часов, пока мы шли по дороге из Тамбова, не роптать, а ждать. И радушие, с которым после этого нас встретили, и встретили святыни, которые прибыли сюда, они, конечно, говорят сами за себя. Поэтому многое вам всем лето. Смертью смерть поправ, Иисус.
Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Это правда. Если бы не воскрес Христос, то тщетна наша вера. И тщетна наша надежда и на спасение. А Христос воскрес! Поэтому и мы в свое время воскресли. И будем с Господом. Помоги нам, Господи. Так, это там что сделаем? Там что? Вот жидкий, ну там вот видно, вот капля вот здесь вот на волосах спасителя младенечка нашего, она стекает, она лежала на столе, но однако вот стекала, как будто вот она находится вертикально. Это чудо тоже. И мы понимаем, что этим знаком Матерь Божия своего освободителя встречала, или своих освободителей встречала. Я это только так могу откомментировать. Но а для нашего города, для города Волгограда, Сталинграда, Царицын, который раньше был, почему и назвали Царицынской, потому что икона это пришла к нам, это оклад от военного Евангелия, петровских времен. Тогда наш город, в котором мы живем с вами, именовался Царицыном. И по благословению старцев и по совету икона была названа, во-первых, это Касперовский образ, и через дефис мы ее наименование отметили Царицынскую, да, как где она пришла. Икона в 2010 году сама, первообраз, возилась в Одессу, к митрополиту Агафангелу, там первообраз мироточит постоянно. Постоянно мироточит. Она у нас сейчас сокрыта. Мы ее не обнаруживаем. Просто как украли у нас вот первописанный список, то опасаемся за основной оригинал. Храним. По милости Божией храним. На 8 сайтах с Италии православные люди опубликовали на 8 каналах, на 8 сайтах повествование о нашей иконе, и что она находилась в чужих руках, с призыванием и с призывом молитв о возвращении всего чудотворного образа. Образ, как мы видим, действительно появился, и вот перед нами предстоит очень необыкновенный. Писан он не красками, он писан минералами, камнями, на яичном желтке со святой водой с трех святых источник, не источник, а святыни. Поэтому она сама по себе уже освящена. И вот второе мерточение. Да, первый у нас был Дмитрий Алексеевич, где-то подошел, когда мы крестным ходом шли на 15 марта по Питеру, после ее освящения в Ивановском монастыре. И завершающий крестный ход у нас был в Кронштадте, во Владимирском соборе Божией Матери. У Матери Божией поверх стекла стекло мира стручи. Поверх стекла, да. Вот здесь вот, с правой ручки ее стекла. Я, конечно, увидев это мерточение, очень испугалась, потому что для меня первое мерточение обернулось горькими слезами. В течение вот этого всего времени я горько плакала, осознавая очень серьезную утрату. Хотя мы за это время написали еще 8 таких же икон Матери Божией Благословенной. Мы их развезли вдоль границы с Украиной,
по храмам для того, чтобы не было и не состоялся в России второго Майдана, как на Украине, и не произошло второго Юго-Востока, так же на Украине. Поэтому люди молятся всему образу сейчас. Вот. Это, вот она первая, ну еще 8, значит 9 списков. Плюс ко всему, вот иконописица, она очень близко, вот входит прям в душу, в сердце входит. Как-то она, вот, ну вот она вот сразу вот растворяется с тобой, или ты с ней, я не знаю, как это вот. Родство такое идет, тепло. Иконописицы, ученики, их 8 человек, они все пишут себе этот образ. В нашем Задонске митрополит Никон тоже свои иконописцы, тоже минералами заказал, написали ему икону, он ее одевает в ризу, как вклад от Евангелия тоже. То есть действительно это будет, но она сама за себя потом скажет. Просто вот, а то, что как, вот мы сегодня, вот можете подойти, вот и здесь и отсвечивать, там внутри, там на этом. Так что у меня да, больше ничего. Да, да, она вот отсюда стекает, вот отсюда. И строго, вон она. И течет, вот она лежала на столе, и вот стекает, вот она капли большой собирает. Оказались мы здесь по причине мотопробега к 70-летию Великой Победы. Наследники Великой Победы, который пойдет из Ахтубинска до Астрахани, вернется обратно сюда, в Волгоград, с 3 по 7 мая. Вот нас пригласили, мы как организаторы, соорганизаторы данного мотопробега. Вот. И вот так вот, случайности не бывает, но Господь вот так вот благословил, видать, что мы сюда приехали в гостиницу и, проезжая мимо, увидели вот встречу икон, встречу крестного хода на Керчь, и присоединились, вот как-то так скромно поучаствовали в молитвословии, приложились к иконам. И я надеюсь, что даже знакомых множество встретили здесь. Да, наше мотообъединение родилось 1,5 года назад. Родилось оно в Москве. И сейчас уже не только в Москве одно отделение, уже в Казани, Оренбурге и Ижевске. И, возможно, еще в Воронеже будет наше отделение основано в ближайшее время. Цель, задача – миссионерская деятельность среди сограждан и мотоциклистов, мотосообщества. Ну, прежде всего, мы объединяем все православных выцерковленных людей, вот, сознательно ходящих в церковь, сознательно приступающих к таинству причащения. И, в общем, не просто захожан, да, вот таких уже утвердившихся православных христиан. Вот. И в первую очередь, конечно, задача наша – это работа над собой, а все остальное – мероприятия, какие-то такие вот мотокрестные ходы, которые мы часто совершаем – это просто уже для того, чтобы привлекать к этому каких-то все больше и больше людей, как-то вот популяризацию православия среди наших сограждан производить, чтобы люди видели, что там и байкеры бывают не просто какие-то там, как из фильмов, там бандиты, наркоманы, торговцы оружием, там, проституция и прочее, а байкеры, они… Мотоциклисты в России, они, в общем, являются собой разных людей, вот, в том числе и православных верующих людей, вот, которые, естественно, как люди брутальные, люди мужественные, они, в общем-то, в какие-то моменты могут и постоять за эту православную веру и за свои убеждения. Тут, может быть, Андрей что-то хочет добавить. Я хочу добавить, да, для меня это событие радостное вдвойне, потому что это храм, в котором я прослужил утоление, послушание не один год. И поэтому редко бываю, к сожалению, на родине сейчас, не получается так часто приезжать. И когда я приехал, и промыслом Божиим, все настолько действительно совпало, что мы за несколько минут до прибытия в святыни оказались здесь. И
приняли участие в молитве совместно. Я увидел родные лица, увидел тех людей, с которыми меня связывает много. Ну, для меня, конечно, это очень приятно. И это останется в моей памяти. Поэтому я рад, доволен этим. И пробег, который мы совершаем, он уже как бы у меня с определенным настроением, хорошим настроением, вдвойне. Таким образом, несомненно, было такое чувство. Тем более, если посмотреть на эти дни, которые мы, байкеры, проживаем, проживая этот пробег, осуществляя этот пробег, это можно почувствовать. У нас день начался с молитвы. Мы жили в монастыре. И сегодня уже под конец, когда позади сотни километров, непогоды, трудных каких-то таких вот дорожных обстоятельств, да, неприятностей различных, да, и вдруг, как кульминация, промыслом Божьим, опять же повторюсь, да, мы попадаем на этот действительно праздник, на эту пасхальную радость. Эта пасхальная радость, она как бы вновь и вновь оживилась в наших сердцах. Поэтому мы благодарим Бога, что сподобились этой радости. И видим, четко видим, что все, что происходит во время этого нашего дела, все это руководится Богом. Поэтому и дальше будем с уверенностью и с надеждой на Него продолжать то, что мы делаем. Так и бывает, стоит начать какое-то дело Божие, и все время какие-то получаются совпадения или встречи, или ну ничего случайного, как правило, не бывает. Это есть вот закономерность, что Господь, Он сопровождает всегда людей, делающих что-то во имя Его славы. И вот так и сегодня получилось, и, конечно, было отрадно увидеть, и неожиданно, на самом деле, в такое позднее время. Вот, мы уже собирались идти отдыхать, а тут вот такая радость. Я думаю, что есть хороший образ у нас, образ Фомы апостола, вот, который, конечно же, хотел увидеть, прежде чем зафиксировать в своей душе веру в Господа. Вот, и он увидел, и он воскликнул: «Верую в Господа, Господь и Бог мой». И вот я желаю тем людям, именно вот прикоснувшись к святыням, прикасаясь к святыням, именно вот просветиться таким же светом веры, как вот просветился Фома. Вот, что удостовериться таким образом, потому что святынь у нас на Руси множество. Вот, просто надо открыть глаза, открыть уши, увидеть и услышать. Больше ничего не надо. Вот это самое простое, наверное. И молиться, чтобы Господь сподобил услышать и увидеть. Братья и сестры, еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником Христова Воскресения. И пускай теплота пасхальных дней будет с вами всегда. Когда будете испытывать, может быть, скорбь, помните об этой радости, и вам станет легче. Когда будете радоваться чему-то, благодарите Бога, вспоминайте Его, и все будет хорошо. Христос воскресе! Воистину воскресе!